Байден очень опытный политик с беспрецедентным опытом международных отношений. В американских политических кругах равных ему, наверное, нет. Поэтому эта администрация, она, наверное, одна из самых лучших, которая когда-либо была со времен Уилсона, естественно, не считая администрацию Уилсона, самая лучшая для армянского народа. И мы поставили акценты на тех точках, которые мы считаем очень важными, и очертили еще наше видение будущего в этом письме. Это письмо, опять-таки, символическое, но конкретных действий и конкретных шагов Полюс ожидает, и мы знаем, что эти шаги и действия будут. Когда они будут, никто не знает. Это должно делаться в унисон с событиями, которые будут или ожидаются, но мы думаем, что они будут. Если, конечно, не будет один сценарий, который будет исключительным сценарием, это то, что просто Армению завоюют полностью не только азербайджанцы, но и Кремль и Москва, и тогда уже нечего будет делать с Арменией, нечем будет помочь, и тогда мы уже, возможно, увидим нехороший сценарий развития отношения Запада по отношению к Армении. Но будем надеяться, что этого не будет, то есть Армения не потеряет последние мельчайшие осколки хоть формального суверенитета, хотя суверенитета уже почти вообще нет. И будем надеяться, что до этого не докатится. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.